Вот представитель Германии приехал посмотреть места боевой славы, где немцы потерпели сокрушительное поражение. В данном случае я представитель Санкт-Петербурга. Ну это прикрытие, это легенда. Вот то, что я рассказывал. А сейчас что, для чего это? А тоже это для рыбы? Да, для рыбы. Рыба заходит и как бы в лабиринт. И кто, и какая же там рыба попадается? О, вот так как раз султанка, барабулька, то, что ты... А говоришь. Кефаль бывает? Конечно, когда заходит. Раньше черпали кефаль прямо полностью с очком. А черпали. Сейчас ее вообще реально где-то купить, кефаль? Сейчас. Поесть, вернее. Сейчас. Поесть, вот рыбный ресторан, поесть. Красота. А, добро. Все принято. Давай, пока. Даже на фотографиях хуже, чем вот отсюда. Да чего? Месяца ни хера нету. Балаклава. Ну я наоборот с этими разговаривал тоже это самое. Может, у нас... я севастопольский. А я балаклавский. А он вон Юра Соколов. Понятно. Символ анлимный. Генуэзская. Так она и осталась. Да, это вот сюда Берлускони-то возили. Вряд ли. Ну как? Нет, показывали по телевидению. Итальянская... Да, к нам. Севастополь. Нет, итальянское кладбище, это здесь на горе Госфорд, отдельное, это самое. Смотри, трясется, как будто еще провалится. Да, лучше мы отойдем с этого мостика. И что интересно, ни один воин не был убит, только одни раненые. И фашисты, вот это называется кефаловриси, голова источника, скала, там стоянка первобытного человека, все. И даже знаменитое землетрясение крымское 29-го года. Или 30-го? 29-го. Развалин Генуэзской башни не упал ни один камень. А хохлы начали ремонтировать, и развалилась вся башня. Сейчас ее теперь поновчили. А теперь, да, реставрируют. Вот эта главная башня, вот внизу противотаранный пояс, называется донжон, утолщение идет. Там был генуэзский консул, они же создали капитанство Готия от Кафы Феодосии до Балаклавы. Кафа – это главный работорговский центр. А вот мы смерти. Ну надо же. И что ты говоришь, немцы, почему ее бочкой смерти назвали? Ну, пробит, ну, в смысле, это самое. Она стальной колпак сантиметров 30. Ага. Он же и наблюдательным корректировочным. А, понятно. А внизу потом он на обрыве находится. Ага. И пленных бросали туда вниз через это самое, и они об скалы разбивались. Наши, здесь то есть стоянка, там обрыв получается? Здесь наши тоже... К флоту относится, спецназ... что ли? Нет, это потом уже президентская это. А резиденции какие-то? Похлябская? Да, ну вначале наша была, потому что здесь базировались эти самые наши боевые пловцы, ПДСС, это все прикрывали. Здесь же мои дельфины тоже прикрывали выход с бухты. Это что, кефаль? Или что это за рыба? А это у нас туннель, как раз один из туннелей тоже, да, для лодок? Это как раз вход на суперсекретный завод «Арсенал», а вот там вот закрывается, называется «Батопор». То есть вот это заставляется вход в порт, в канал «Батопор». И вот прямой ядерный взрыв, вода выкипает, а там вот пустые. Вот так вот стоят рыбаки, вот там, вот. Тик-тик-тик-тик-тик. Промывать ее глаза. Нет, ну, другой. Ловят. Вот почему мы в этом, если водичка такая, да?